Всем доброе утро. Короче, бегу Оксану, провожаю на автобус. Тут собаки выскочили. Она забегает, слезаю, мама, там собаки нападают на меня. И вот приходится идти. Давай пошли бегом, ты что на автобус опоздаешь. Где варежки опять? Порфеля? Как всегда. Я, блин, черти знает, как вышла. В платье прям. Штаны быстренько напялила. И иду. Так что... Давай, шагай. Дальше дойдешь? Давай. Беги, иди. Я жду. Чудо в пёрышках. У нас вот там вот собака есть одна, которая рядом с нашим домом. Вот там кусается. И она ее боится до чертиков. Шагай, шагай аккуратно, я жду. Ой, господи. С ума мне не свело. Бегом, бегом оделась. Как чучело, видите, вышла в платье, в штаны напялила. Главное, вышла. А пофиг. Это деревня, а не город. И кому-то хочется поржать, пусть ржут. Вообще насрать. Все, она ушла до остановки. Я пошла. У нас вот у соседей рыжая собака. Она на Оксану уже нынче нападала. Я уже дядь Ваня говорила. Ну, вот она не там. И Оксана ее очень сильно боится. И она частенько вот здесь вот сидит. И Оксана вышла и забежала со слезами. Мама напала на собаку. И все, и боимся идти. Мама бегом штаны одевать и... идти провожать ее до остановки, ну или до поворота. Я обычно до поворота провожаю, а потом уже иду обратно, потому что у меня дома маленькие сидят одни, далеко не бегаю. И вот здесь вот у нас на улице есть собаки, но сейчас ее нету, видать, убежали. Короче, дурдом. Да, Тайсон? А, Тайсон? Чудо мое. Ах ты какой. Ах ты какой. Видите, как чистили дорожки. Нынче мужу заняться. Я уже ругалась, что говорю, ходишь по дорожке и падаешь. У меня, кстати, нога сегодня намного лучше. Но все равно побаливает. И это, он, видите, счищал тут полностью все. Вон сколько, какие глыбы счистил. Я говорю, да сколько можно дорожки нормально не можете. Говорю, почистить. Все, почистили. Ладно, всем хорошего дня. Так, сколько у нас градусов, интересно? 9. Так, всем хорошего дня. У меня сейчас Катюша поедет в школу уже. Я сейчас хочу чайник прокипятить с лимоном. Лимон у меня есть, перекрученный лимон. Я его сейчас закину в чайник и пусть кипятится. Мариночка, не лезь, пожалуйста. Иди в комнату. Бегом. Бегом в комнату, сейчас заплетаться будем. Расплетай волосы свои. Так, у меня Марина с Ваней проснулись уже. И у меня есть вот такой вот замороженный лимон. Я сейчас несколько кубиков прям туда закину этого лимона. Он без сахара, просто перемолотый. И все. Мама, не получилось. Сейчас, Мариночка, я иду. Четыре. Пять кусочков. Шесть брошу. Надеюсь, хватит. Все, пускай замораживается. Чистится. Один раз прокипячу, потом собью. И все. Ладно, пошла я Марину заплетать. Всем хорошего дня. Так, дорогие мои, я пока буду Марину заплетать, хотела бы вот на какой вопрос ответить. Мне написала, как же ее зовут, не помню, Елена, по-моему. Короче, подписчица моя и спросила: Настя, скажи, пожалуйста, закрывают ли у вас школы на карантин?
Пока нет еще. Да, у нас закрывали группу на карантин в садике, Ванину группу, но мы все равно не ходим, потому что многие болеют. А насчет того, что закрывают или нет школы, пока нет еще. Не знаю, будут, нет, закрывать. Но вот, насколько я знаю, в Соликамске, в Перми, в Березниках позакрывали несколько школ. Колледж закрыли. Илья вот у меня учится, их посадили на дистанционное. А так, по сути, не знаешь, ждем, что скажут, но пока никто ничего не говорит. Ну, болеют многие, очень многие болеют. Я сейчас Мариночку заплетаю. У нее волосы густые. Да, Маришенька? Угу. Очень густые. Она сегодня выбрала себе такой бантик. Ей нравятся бантики. Сейчас сначала хвостик сделаю, потом косичку. Так что вот так. Пока не знаю, закроют, не закроют нас на карантин. Без понятия, ребят. Я так же, как и многие, не в курсе этого дела. Или некоторые думают, что меня как это докладывают. Нет, ребятки. Так, а ты вторую, Мариночка, резинку не приготовила, да? Mm-mm. Сейчас мама приготовит. У нас тут резиночки рядышком лежат. Голову прямо. Так что вот такие вот дела. Сейчас у меня Катюша уже в школу поедет. Ей в школу надо будет. Катюш, ты что не одеваешься? Так что вот так вот Ваня с Мариной проснулись. Сейчас печку затопим, чаем сделаю, койки заправим, да? Да. Игрушки приберем. Короче, работы много. Так что вот так. У меня, слава богу, сейчас никто не болеет. Я прям очень рада и очень счастлива. Все. Все, Мариночка. Ты у меня красавица. Так что вот так вот. Насчет карантина, не знаю, будет, не будет, неизвестно. Ладно, всем хорошего дня. Пошла я чай делать. И сейчас койки будем заправлять с вами. Дорогие друзья, у нас время день. У меня уже пришли Маша со школы и Егор. Я пошла в магазин. Уже муж тоже с работы приехал. Кстати, сходил, съездил, купил мешок комбикорма. У нас у курей закончился. Я пошла, хочу купить молоко и блинчиков наделать. Что-то блинчиков охота. Так что вот такие вот дела. Ладно, пойдем в магазин, купим молока. Да, да, Тайсон, ты вообще у нас молодец. Купим молока и пожарим блинчиков. И на завтра на тесто как раз оставим. Завтра хочу булочек сделать. Ладно, пойдемте. Так, дорогие мои, у нас вечер. Я жарю оладушки. Всем только уж и всем приятного аппетита. Сейчас пожарю, покажу, сколько получилось. Так, продолжаю жарю оладушки и решила еще потушить капусту. Сейчас у меня тут жарится морковка. Чуть попозже лучок сделаю и капусту сейчас шинкую. Так что будем еще капусточку тушить, а то я так хочу капусту тушеную. Так, маленьким положила оладушки со сгущенкой и отдаю кушать. Старшие сами себе наложат. Все, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я продолжаю жарить и тушить капусту. Так, блин, подгорает печку. Дрова подкинули и все, и оно прям моментально, смотрите. Вот из-за этого я не люблю на печке жарить оладушки. Эти прям моментально. Все, последние дожариваю. А здесь хотела потушить просто капусту. Потом вспомнила, как у меня бабушка делала тушеную капусту с рисом. И тоже сделала капусту тушеную с рисом. И вот сейчас деткам дам кушать. Пусть кушают. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А я пойду деток кормить. Я маленьким наложила, старшие сами себе обычно накладывают. Все, всем приятного аппетита. Все, дорогие друзья, пошла я спать. У нас время уже 12 час. Вот такой вот был день, что немного поснимала. Так что, если понравилось, то ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем спокойной ночи, я пошла.